Ну что ж, привет, дорогие друзья, с вами Темпаут и Зимал. А мы продолжаем играть в Террарию в Квинт Веке. Что мы сегодня будем делать? Так, скорее всего, мы сейчас пойдем, наверное, в джунгли искать вот это гнездо пчелы. Опять. И, кстати, знаешь, я посмотрел баг. Там типа, если взорвать гранаты или еще чем-нибудь кокона успеть телепортироваться домой, она прилетит домой. Вот в чем прикол. Нет, ты понимаешь, если мыслить так, то получается, она должна была прилететь домой тогда, когда я просто сломал этот кокон, чисто случайно. Нет, а она этого не сделала. Там типа я смотрел баги, там гранату кинул, телепортировался домой, то есть там эта граната, у нее еще тоже отчет типа. И то есть ты дома, получается, граната взрывается, написано призванная королева, и она, короче, типа пролетает домой. Вот в этом фишка бага. А, ну если так, но ты понимаешь. В любом случае, я уже сломал эту штуку, чисто случайно. А мы сейчас еще найдем их, там еще есть. А их разве несколько спавнится? Я тебе просто предлагаю сейчас сделать ведра, взять воду и твердый мёд. Скажи, вот для чего, у меня вот этот краник с медом? Вот эта штука. Ну, наверное, чтобы делать блоки из меда. Ну, как бы для этого-то и нужна она, по идее. У меня есть подозрительно выглядящий глаз. Стой, погоди, глаз. Ничего еще было. Надо, не, я не буду. Надо проверить, как я в ботиночках пробегусь и будет ли расти мне, давай. Ну, можешь проверить. Ну, я в обычный лес пошел. Иди. Ну, я-то тут все равно буду. Ну и в чем прикол? В натуре работает. Ну там тут типа трава растет что-то. Типа, не трава. Только трава цветет. Ну чё, классно. Но это только работает в зеленом. Ладно, бесполезно. Ботинки так вот. Вот смотри, у меня тяжелый выбор. У меня есть охранное облако в бутылке, оно мне дает 4 защиты. А есть снежная буря в бутылке, но она не дает защиты. С бурей я могу прыгать выше, с облаком я так не могу. Ну, могу, но не так высоко. Вот что мне выбрать, защиту или прыжок? Защита или прыжок... Основываясь на моей старой логике, я бы, конечно, защиту сразу же выбрал. Ну, в твоем случае было бы хорошо прыжок. Что значит в моем случае? Я же достаточно бронирован. Ну, наверное. Я пока просто попридержу эту банку, я ее продавать не буду. Где я тут скоро? О, слышь, можно сшить платье, потом это платье еще покрасить топазом и выпендриваться тоже. Прикольно. Короче говоря, пусть. О, песчаная пушка. Песком что ли стреляет, не пойму. Ладно, фигня всякая. У меня еще тут в моей свинье много всего скопилось. В принципе, мне не нужно всякие зелья сана. А, не, ну это нужно. Всякие вот зелья возврата, сундуки какие-то я тут оставлял. Нужные. Ну, в принципе, сундуки всегда были нужны, потому что, ну как, куда же складывать еще вещи всякие. А вот цветы надо мне подоставать оттуда, потому что тут в туре некуда ничего. А ты чёшь команду зелёных? Точно, уже исправился. Команда зелёных. Всё, вступил. У меня 6 кукол Вуду, надо уже двигаться вперед. А, да, друзья, если, конечно же, вам понравится сейчас идея, короче, я могу вернуться к старой игрушке,
которая была раньше на канале, это там Jurassic World Evolution. Если вы, конечно, хотите, там пишите в комментарии, обязательно на телефоне поснимаю. Так, как-то так. Да, а, еще у нас Discord по-прежнему в описании, поэтому заходите, не стесняйтесь. Да, было бы хорошо, если бы наш Discord в какой-то веке увидел новых людей на нем, потому что, ну, пустует немножечко сервачок, мы тут вдвоем поддерживаем весь онлайн. Это выглядит как-то трагично немножко, что ли, или печально, что ли. Так что все-таки переходите там по ссылке в описании и все такое, да, заходите просто к нам в Discord. Просто там оно вам лишним точно не будет. Плюс вы будете поддерживать связь с вашим любимым YouTube каналом. А может быть даже не одним, если я все-таки решусь и буду заново вести свой канал. Даже с нуля мне будет с ним. Опять цветы забыл выложить. Да что ж так? Так, а что делать-то? А, собирались в джунгли. Да, ты можешь, в принципе, потихоньку выдвигаться. А, нет, подожди, не выдвигайся, сделай ведра. Потому что я вот не хочу там ничего искать. Я хочу просто ведра нафармить там твердым, а потом сделать призывалки. Потому что, ну, нафиг что-то еще. А ведра из чего делаются и где? Ну, из железа, там, свинца и всего такого. А где делаются? Наковальне, наверное, если из наковальне. Где же моя наковальня, да? Ну да, пустое ведро. Вот делай, короче, много ведер. О, слышь. Могу сделать печь для стекла. Не надо, она нам не нужна. Используется для создания особых предметов. Особых предметов это имеется в виду предметы из стекла, а ну ничего такого полезного. Ясно. Ну вот подожди, не лей ее пока что. Я нашел блоки меда, так сказать. Еще до хера пираний нашел. Сейчас я их раскопаю, возьму. Они, блин. Все чётенько. Я плаваю в меду. Плаваю в меду. Ай, ну один блок я просрал, ну ладно. А чё это не бить? А сколько надо блоков для призывал? Для одной 5 штук надо, но так как мы хотим промышленно фармить пчел, надо до хер. Еще нам надо не просто медовых блоков, а еще этих блоков улья нам надо. Но я пока пошел. Ага, понятно. О, да тут можно бесконечно собирать мед, я так... Кого, уже 60 банок Чё-то маловато выдаёт. А, слышь, ой, у меня есть, дай мне какие-нибудь... А, нет, у меня есть, смотри, что мы сделаем. Сейчас я баг покажу, друзья. Так, баг. А, сейчас помню, как делать. Давай, баг собрался пока. Я собрался показывать баг, смотри. Так. Наверное, 120 бутылок. Ого! Не, не хватит. Знаешь, сколько восстанавливает бутылка? 80 хп. Так. Это как тот отварчик, который я купил. Если это то, о чем я думаю. А, ну да, вот тебе, пожалуйста. В чем фича? Фича в том, что бесконечно можно получать воду. По сути. Ну это не точно.
Не, ну это, давай, конечно, верно. Свою воду сливай, потому что нам надо фармить. Не, конечно, мало дается. Кого это ты там ушел? Мало дает. Прям ужас, как мало. Так, а ты как сливаешь-то? Ну тут вот воды много, если чё. А, рядом что? Ну да, будешь бегать, собирать. Нам эти блоки нужны просто. А еще нам нужны жало. Сколько? Ну, у меня 32 штуки, так что нам это... А, вот ты вот у меня нашел. Ой. Ну да, пойдешь там и собираешь. Как там так жестко? Я же через сутки буду, да? Почему тут так вода забаговалась? В смысле? Пойди посмотри. Там водичка немножко забаговалась. Вот тут. Чего она забаговалась? Что, у тебя тут нет воды, что ли? У меня вода есть. У меня нет. Я даже задыхаюсь тут. А у меня нет. Давай. Чё-то ты мне тут рарий собрал. Чё-то ты стираешь. 150. Ну почему так мало 30. Дают? Как побольше что сделать? Так ты кого собираешь? Блоки, улья. У меня 45. Медовых, что ли, блок? Да. Медовых, 45. У меня еще 59. Блять, нам надо еще, наверное. Да, еще. Ты думаешь, мы ее будем по 100 раз тащить? Блять, у меня бы вода забаговалась, да что за херня? Тут, конечно, жесткая вещь, потому что в нем я тону на ура. Блин, вот эта дичь прилетела. Ну так, а ты думал? Чё ты боки бьёшь? И хороший вопрос у меня сейчас будет тебе, где ты собрался, призывал туда? Ну как где? Джунгли сделать? Призывалку делать? А кстати, да, интересно, где её? А, то есть ты даже не знаешь, где делать? А, её в этих, в руках можно. И как она будет выглядеть? Блять, как пчела такая в меду. Нам просто надо биом джунглей у себя тут сделать и все. А может даже и не надо его тут у нас делать. Можно будет ее просто так призвать. Я видел, что челика ее просто так призвал. Ее можно, наверное, просто так. Нет, стой. А там что, только медовый блок или еще что? Медовые блоки, блоки улья, мед в банке и жало. А-а-а. Но у нас все это есть уже. Ты же можешь мне скинуть свои медовые блоки, я их прямо сейчас занесу.
7-6 медовых блоков. Да нормально, сойдет, кин. Ну и где? Кинул. Тебе? Нет, блин, себе, давай. Блять, что это? Это удик. Ну, 27 я их присутствую. О, забирай, там еще вот появились отлады. Да не, подожди. Иди сюда. Че? Сюда иди. Ты пух собрался? Ну да. Давай попробуем, ничего не. Опа, так, стоп. Я нашел то, что мне нужно с ним намерен сражаться на таком маленьком. Да просто пиздить хочу. У нас акулы есть, все. Больше нам и не надо. Думаешь, она не серьезный противник? Да не, ну не такой, наверное, как скелетрон. В любом случае, надо проверить. Отхилься там до конца. Сейчас я еще в свинью поскидываю. Да это до конца. Типа денег. А то я почти золотую монетку тут насобирал. О, фиолетовый. У меня тоже. Порочный гриб. Вот, если чё, короче, прыгаешь в мед, вот так вот, и из меда, короче, потом выпрыгиваешь. Мед хилит очень хорошо. Именно жидкий мед, вот, блядь, стоячий мед, он ничего не делает, он просто замедляет. Все, понял, я ее призываю. Готов? Давай. Почему я не стал... Вот, блин, мне вот сейчас еще толком не попадет половина потом. О, нормально. Хорошо, я взял. Пилим. Да. Ну чё, в принципе... Да, в принципе, места мало, а так все идеально. Блять, пчелы нахуй прилетают. Красиво. Блин, ну да, торгуешь вовремя. Приехал. Угу. Не надо позволять мне. Она, кстати, пока выпускает свой фетик, очень... У меня еще 1500. У меня 742. Нам хватит, наверное. Не, ну контент пошел. Чем-то плохой. Понял, там главное на месте не стоит. Там это плохо. Я в мед в этот прыгать пытаюсь. Да, сама-то она практически не наносит урон. Блять, вот эти пчелы, а куда наши бесы-то улетели? Не знаю. Что-то пчелы не убивают просто вообще.
я никуда, поэтому это прикольно. Чего вот эти маленькие, блин, дамажат? Они хорошо, кстати, дамажат. Ай, блядь! Это же слишком. Давай почти, 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 почти. Ну еще 1500. А на серьезно, блин. Ой. Да блин, а чё? Зелье, зелье пей, зелье пей. Зелье не могу. Все вывозить, блядь, ты серьезно? У меня секундомер был, протяни, пожалуйста, немного эти парни. Да я, наверное, блядь, не смог. Ну, еще телепорт. Ну, блин. Блядь, у меня сама телепортируется. Почему у меня не включилось? У меня 39 дней. Бегом. Сердечко. Ты умер? Нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Да почти. А ты резнулся? О, слушай, хотя? Она к нам летит. Летит? Серьезно? Да, я по карте смотрю, оно приближается, слушай. Блять, отпиздись. Она да к нам. Я ее почти убил. Она к нам летит. Почему я этого не могу посмотреть? Я иду это встречать. Че, она долгая? Она летела к нам. Она пропала. Она летела к нам, ты хочешь сказать, что она... Так нету ее на карте, она пропала. Она по что карте, значит? Я ее видел, как она летела по карте, надо было следить. Скорее всего, но она летела. Она летела просто вверх, улетала от нас. Нет, она не вверх, она летела вбок. Давай попробуем дома призвать... Патроны, патроны. Точно. Метеоритные, там что, слиток надо? Да, слитки надо. У меня 6 штук есть, но это же 6 штук. Ну вот сейчас, конечно, вот этот вот фигово был. Я думал, она сейчас к нам прилетит. Да не прилетит она так далеко, что ты постоянно влетишь. Не, знаешь, у меня один раз было то, что она прилетела. Ну, блять, все, кончились у меня пули, слитки, в смысле. Весело, короче. Почти, почти. Почти справились, сказали. Магазин. А ее нельзя здесь призывать. Это почему? Ну потому что нельзя. Ну сейчас ты меня огорчил. Конечно. Тогда я погнал делать джунгли. Джунгли делать? Да. Каким образом? Обычным. Трава джунглей, семена у меня есть просто. Засадить ее и все. Она что, она из-за травы появляется, хочешь сказать? Да нет, блять, биом джунглей тут будет вместо льда. А как он вырастет у тебя из просто травы? Пиздец, нахуй. Вот смотри, если я буду ставить снег, у меня пойдет потом снег с неба, и будет музыка снежная играть, и бэкграунд поменяется. Значит, все, у меня биом поменялся. Так же с джунглями. Да коров. Тираешь, тираешь. Так. А, друзья, смотрите лайфхак, как же нафармить дофига наживки клёвой.
джунгли, вот мы начали биом джунглевой делать, чтобы вызвать нам королеву пчел. Но вот смотрите, в чем прикол. Находите вот цветочные сапоги. Значит, если у вас есть вот какая-то вот такая книжка, как у меня, вот убийственная демоническая коса или еще что-нибудь полезное, вы можете тупо стоять на месте, значит, где семена посадили. Вот включать эту книжку, у вас тут будет вот крутиться она и фармить вон дофига всяких наживок, семян и так далее. Надеюсь, я вам помог. Лайфхак по террарии. У меня уже 17 личинок, 5 слизняков. А грязь у тебя есть? Нет. Как нет? Ну вот так, я чисто любимый человек. Вот ты бомб. Я фармлю на ура. Да вот это так вот, и семена-то тебе падают. Да. Зараза, я уже пишу. Так ты сажай. Посажу. Нет, ты верно не понял. Сажай прямо сейчас. Только вот сюда куда-то. Давай, позови. Бес. Беса призови. Беса призови. Ой, бес. Ну все, погнали на. Давай, пробудился босс. О, слышь, там хорошо, отлично, рикошет работает. Да куда ты полетела, дура? Давай назад. О, бесов вижу, слышишь? Угу, там они у нас в мёд куда-то улетели и там сидели. Недолгую черту. Недолгую черту. Ну, сейчас мне её хорошо, конечно, с этой стороны замка возвращалась. Отжухаем. Жухаем. Уже травы не осталось. Ну чё, если заходишь, всегда проси, сделаю новую траву. А вот, кстати, вот она выгрызла. Ну слушай, вообще по кайфу все делаем. Будем фармить её сейчас в промышленных масштабах. Мы её сейчас в промышленных масштабах просто профармим. Никто не делать. Ты кто вообще? Ты не бот, ты мух. Ты просто мух. Большего оскорбления я не видел. Ну, в арке, так сказать, драконов. Зомби. Альфа-дракон. Ой-ой-ой, я что-то куда-то не тут. Альфа-дракон в арке, ты не бог, ты мух. Как оскорбить. Это бы так Ваня назвал его. И ты знаешь, я недавно увидел Ваню, что мне охренел, он говорит, типа... Я им говорю, что варк, что вернулся, он такой. Нет, я зашел просто новый пакет. Все типа варки. Я так и думаю, ну вот. А где его еще можно? Ой, ой, все, все разозлилось. Да, да, да. Да стой, тише. Тише, быстро, дай выпить. Дай выпить. Еще попробуй. Да тише будь, чувак. Ой, а у меня попросил. Да она помрет уже, а ну, как баба помирает. Да шо ж ты на меня согрелся? Да мне вообще, да, по кайфу.
стороны прыгать. Да нет. Куда? Куда? И? Она внизу. Где внизу? Она пропала. Она пропала. Ну и чё? Класс. Патроны на ветер. Вот это вот сейчас оттуда. Это чё сейчас было? Чё, не знаю. Давай, я зачем. Ой, ну давай, иди сюда. Да, это называется, она сходила домой. Купила, наверное, там хилку. Вот сейчас вот реально нормально, когда мажет, а там что-то постоянно проще, чем на этих таких вот фотках. Если ты объяснишь, чувак. Сука, почему ты молчишь? А что мне говорить? Из меня комментатор такой сильно хрен. Ты даже помню, на голосе в арте тоже там дофига эмоций. Ты знаешь, дофига эмоций-то было отрицательных, конечно. На вас всех матом уравшило. Без. Ну да, и так и бывает. Жаль, что ты не участвовал. О, я там вообще, наверное, разорал. Ну да, разорал. Ты приснился, наверное. Ну как это было и в тех пещерах, когда вы там в камнях застревали? Ну в камнях застревали, это уже арт-правда. Ну, вы же застревали? Ну да, только вот в подводной пещере тут не было. А мы стояли, я не помню, то ли Вовчик, то ли кого пытались достать, и мне с неба упала винтовка. Стой, мы пытались достать Вову, а я за Вову попал. А мне в этот момент винтовка фиолетовая упала. Моя, наверное. Не-не-не, с неба, там прошло землетрясение, с неба. А, с неба, круто. Вот сейчас она, надеюсь, не грибит, вот следит. Мне тогда было что-то около 800. Как бы? Рога. Чего? Чего рога? Крыла. Вот сейчас вот только... Она у меня сейчас вниз полетела и тэпнулась налево, то есть баган... Может быть, это ты сильный баг? Может быть, может быть. Смотри, почти 600 хп. Нихера, она тоже раздает. В любом случае, скорее поднимет. Ну, блин, давай. Ну давай, 300 хп, ну. Хорош. Давай, давай, 150 у них хп. Потому что долго, блин. Как она долго помирала, я просто в него. Это да. О, достижение, да. Мне, кстати, тоже. О, бутылки с медом. Так, погоди. Ой, у меня же это есть. Так, пчели... О, пчелиный лук. Пчелоната. Пчелиный мед. Короче, поел у меня. Это улья. Через... Так, ну-ка, стоит, я убираю. Так, а на что там нам надо было? Там, о, пчелиный... Я слышу, у меня есть пчелиная шляпа, а за улья. Укрепленный рюкзак улей. Можно сделать посох шершня. Увеличивает силу дружественного пчел. А в чем мне пользуется от этого рюкзака? Сила дружественных пчел. То есть, короче, мы тебе можем сделать посох шершня, и твой шершень будет круче, типа, вот так. Из-за рюкзака? Да. Я могу в натуре сделать этого шершня, но только вот он 9 урона наносит. А у нас бес, который 24 урона. О, слышь. Надо меня столько минут. Смотри, что есть. 21 золотая монета. Охренеть. А почему он не призывается пчела? Какая? При уроне выпускает пчел. А, шипастый мед сотых при уроне выпускает пчел. Это типа тоже баф? Это... Вот, короче, пчелки маленькие такие вылетают, когда тебя дамажат. Ну что, я следующую призываю? Ну, погоди. А, да, надо еще. Не надо сходить там, положить. Подожди, знак. Смотри, это... Фу, блядь, припёрся этот челик, вот он, вот этот нам был. Ну, чё за челик? Так ты посмотри. И чё? Он, короче, в хардмоде в Красную Луну продаёт этот самый. Чё его продаёт? Крылья. Ну, в хардмоде, да? Да, в хардмоде. Ну, блин, ой, извини. Пчелиные гранаты еще все отлично. Кстати, вот эти пчелиные гранаты надо оставить, они на этом как-нибудь. На скелетоне. Ты прав.
Отвечай. Ой. Во. Я вот этим сначала постреляю. Ну что, зовут? Зови, зови. Сейчас он напал. Нихера там пчел улетает. Слышишь, сейчас как у тебя залагает. Не, он не залагает, нормально. Пошел. Ха-ха-ха. Пчел рулит. Мана пока устанавливается. Ты знаешь, это будет типа перезарядка. У меня пчел. Вот она, а пчел улетает. Короче, ну, вот это наши бестовые чечеты с пчелами не справляются. Ну как сказать, относительно можно сказать. Если их много выпускать прямо, то можно. Давай, пошла. Значит, пчелу знаешь, когда надо выпускать? Когда она своих пчел выпускает. Это типа как, знаешь, у самолета. Система, короче, чтобы его ракеты не сбивали. Он типа выпускает такую хрень тепленькую, да, типа фейерверка, и по нему ракеты не попадают. Да почему она на меня всегда ответит? Это же не та, что её зовёт. Ну всё, хорошо. О, другое дело. Так что ты там говорил? Мы поздно. Да, немножко. Нормально, пошел дамаг. Сейчас пчела от нее не отвлекутся. Ух. Для семьи вот это дико. Так, ну-ка я по красоте еще. Хорош ты бесит. Ты проиграла. Так, ну что там напоследок? На тебе еще что? Чего? Че? Все не так и. В смысле не так? Ой-ой-ой, ты от дом полетел, чмо. Ее уж пчелы догнали. О, вот теперь вот точно все не так идет. Потому что она на меня садилась. Козёл пришёл. Блять, да шо ж он вылазивал из дома, выводи нахер мне. Иди сюда ко мне. Ну давай, что ты мне сделаешь, козёл? Эта зараза дотягивается. Ну вот и помер где-то.
Да, о, слизневый крюк дропнулся. Нахрен. Легче будет. У меня приготовлена хоровишка со спины. А, ну, схавай, в любом случае, я ее призываю. Ой, все, я умру. Не, я серебряный. А может быть 6. Ну, 6 обычных я уже в любом случае выстрел. Последних 18 ты хотел сказать? Да это ж пипец. 3, 22. Сколько нужно? А чё, уже столько, что ли? Да. А, ну тогда да, наверное, последний. Ну, да, тут не поспоришь, конечно. Блин, когда уже отсюда-то надо? Я умираю. Вот секунд. Я не держу. Пару секунд не хватило до того, чтобы я сделал упор. Фига себе, она погнала. Да ты шо, она... Ого! Это как так получилось? Это вообще какой-то лонгшот в другой конец карты. Я даже кандалы каким-то образом сейчас умудрился выбить. Кого? Кандалы. Вот как я их умудрился выбить, вот ты мне скажи просто. Чё за дичь ты выбил? Блять, ну зомби падает от этой фигни. Я не знаю. Ну да, опять фигня выпала. Что-то не особо фармится. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпал и Зевал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем до скорых встреч и всем пока. До свидания.